Добрый день, друзья. Мне утром написал Леонид Аркадьевич Якубович приятные слова. Он в ночи посмотрел мою беседу с Геннадием Хазановым. И поскольку он сам интервьюер, он с профессиональных позиций оценил разговор. Я пересказывать, естественно, не буду, но слова прям самые пресные. Учитывая, что, повторю, Леонид Аркадьевич Якубович это не просто ТВ-гуру, но экстра-класса собеседник. Ас в жанре интервью. Я сам начинал как репортер в «Московском комсомольце» в перестроечные годы и интервьюером себя, в общем, никогда не считал. Даже когда там сотрудничал с молодежной редакцией гостелерадио в СССР, когда приходил записывать какие-то беседы, уже где-то там лет 10-12 последних я исключительно в этом жанре работаю, ну, на телевидении имеется в виду. Вот поэтому, повторю, слова Якубовича мне были очень приятны. И небольшой фрагмент нашей беседы вчерашней с Геннадием Хазановым я здесь оставлю, а всю беседу залью потом на канале «Золотая рыбка», где я оставляю в основном интервью. Посмотрите. Я стараюсь, рассказывая историю, все-таки ответить на вопрос, зачем я это рассказываю. Ну, кроме того, чтобы это было смешно. Вы да, понимаете? Вот мне тоже кажется, что развлечь зрителей – это и есть в значительной степени функционал артиста. А, Женя, согласен. Согласен. Но согласитесь, в этом есть некая унизительность. Не согласен. Развлечь. Доставить вроде... удовольствие. Нет, принести это... радость. Хорошо, давайте правильно. Такая формировка. Совершенно верно. Скажите, это сильно отличается от той радости, которую проститутка доставляет клиенту? А вы знаете, я никогда на самом деле с осуждением не относился к первой древнейшей, может быть, что я представитель второй древнейшей. Мне всегда казалось, что это в известной степени и медицинский есть аспект. Девушки помогают, выручают порой. Ну, я понимаю. Это как сходить к психологу и поговорить со шрифтом, так называемым. Я понимаю, но поскольку профессия дискредитирована, и я еще не слышал, чтобы за эту профессию давали героя социалистического труда, понимаете, или просто героя труда, хотя не отрицаю, что частично одно может быть связано с другим. Да. Но я-то в данном случае ни в чей огород камень не бросаю. Так, для красного словца, я сказал это. Понимаете? Но все дело в том, что я руководствуюсь все-таки скорее формулой Николая Васильевича Гоголя о том, что сцена – это кафедра. И русское искусство, я не боюсь прибегнуть к некоторой пафосности, имело еще некоторый сверхсмысл. Только русское искусство вы как-то здесь отделяете? Я с другим не знаком, потому что в качестве потребителя наверняка знаком. Ну, да, зрителя. Да, но должен вам сказать, что такой, как бы сказать, таких нравственных задач, ярко выраженных, я почти не наблюдал, несмотря на то, что есть прекрасные примеры чудесных работ, талантливых. И это так получалось, потому что талантливое всегда имеет верхний этаж для меня. И когда Гоголь сказал, что это кафедра, с которой можно много сообщить там, ценного и полезного, вот я именно с этой точки зрения рассматриваю свою функцию, свою профессию, так называемая сверхзадача, как когда-то это определял Константин Сергеевич Станиславский, который для меня был, есть и до конца моих дней останется непререкаемым авторитетом.
Ну, она в международном масштабе, ну, непререкаемый авторитет. Это правда, но дело в том, что уже давно на нашей российской почве есть другие точки зрения. Я не собираюсь ни с кем полемизировать. Это право каждого человека. Знаете, я вот с вами дерзну вступить в полемику. Вот Кирилл Ильич Разлогов, кинокритик, киновед, он говорил, что у нас в стране, не в новой России, а вообще это со времен становления Советской России, под словом «культура», как таковое, понимается субкультура советской творческой интеллигенции. Что вот у нас культура – это консерватория, у нас культура – это симфоническая музыка, у нас вот культура. А во всем мире культура, масс-культ – это Арнольд Шварценеггер, это боевики, и в том числе и симфоническая музыка, но и то, что называется развлечением и легким жанром. Вы же не случайно сказали массовая культура. Массовая культура. Вот и все. Значит, есть дифференциация. Потому конечно. Что невозможно ставить знак равенства между, условно говоря, музыкой Шостаковича, например, да. и фильмами Шварценеггера. Невозможно. Это, понимаете, нельзя говорить, что лучше, яичница или Фредерик Шопен. И тот, и другой на радость людям сделал. Опять, так сказать, вот позволю не согласиться. Я вас не агитирую, я просто... Как бы задача доставить какие-то эмоции, чтобы зритель заплакал, там, пережил какой-то катарсис, посмеялся, да. задумался. Да? Но совершенно разными может достигаться методами. И клоунада, когда человек просто падает лицом в торт, или спотыкается, или там произносит при этом слово такое да? русское исконное, да? это может доставить удовольствие и тоже задумываться какого-то человека, который, допустим, Фредерика Шопена, не может осилить. Понимаю. На это я вам должен рассказать один чудесный анекдот. Слушаю. Да. Старый клоун смотрит двух молодых ребят, которые поступают на работу. Они играют клоунаду, и этот старый клоун говорит: ребят, вы очень талантливые. И у вас большое будущее. Но есть одно замечание. Тебя как зовут? Он говорит: Коля. Коля. А тебя? Меня Толя. Коль, вот ты в конце клоунады ударил Толю по жопе. Не надо этого делать. Он говорит: почему, дядя Вася, почему не надо? Это же так смешно. Он говорит: не понимаешь ты, не надо. Для цирка это слишком тонко. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка».